Всем привет, друзья! Вы на канале Покатушки, с вами Мик и Таня, Тео и Элайчик. И мы все собираемся поехать в нашу квартирию. Угу. Нам надо сменить обстановки, прям чуть ли не каждый день нам надо менять обстановки. Но первоочередное, это потому что у нас, не знаю, что-то случилось с детьми. Элай сегодня ночью температурил, но и сейчас небольшая температура есть. Тео что-то по температуре утром. Вообще что-то удивительное. Мы грешим на типа переутомление с дороги, потому что вчера они не отдохнули толком. Вот. И все, зайчик, едем. Вот этот несчастный ребенок хочет, чтобы мы скорее уехали. Да? Там тебя ждет. Кто тебя ждет там? Что тебя ждет? Поезд. Поезд? В поезд будешь играть? Да. Хорошо. А помнишь, какие у тебя там еще игрушки есть? Да. Какие? Синяя. Синяя машина? Классно, вот с ней и поиграем. Все, мы сейчас быстренько собираемся и поедем. Ты у нас совсем уличные стали. Живут на улице, пока мы отъезжаем. Но мы о них позаботились. Мы купили им электронную кормушку. В принципе, мы больше недели провели в деревне. И они выжили. Так что показатель. Вот такая кормушка у них есть. Ну... Родители, конечно, за ними следили здесь. Ну ладно, мы тоже сейчас будем приезжать. Это, кстати, мы мяту привезли из деревни. Мята вообще кайф. Да, скоро будем чай с мятой. Ну все, пойдем. Если с точками... Пойдем, садись, Элайчик, поехали. Да. Будешь ворота открывать? Да. Так, наконец-то все собрались, еду. Нам очень везет ездить по пробкам. Мы, конечно... Я тогда понял, что выбрали денечек, чтобы возвращаться. Перед выходным днем, естественно, в Москве была жопа. Поэтому мы лоханулись дважды. Во-первых, уехали не в то время и не в тот день. И сейчас тоже мы отстояли пробочку на Дмитровке, потому что, ну, утро, и типа кто-то едет в город. И мы едем. Лайчик у нас спит, наконец-то чуть-чуть отдохнет, вот, а Тео еще спит. Не смотрит, соску сосет. Тео смотрит, соску сосет. Вот. Таня себя плохо чувствует. Почему? Я не знаю. Она укачивает ужасно. Да, выключи. Что-то жарко сейчас будет. Да, мне вот так вот хорошо воздух. Ой, хороший воздух там, да. Надо, чтобы какой-нибудь КамАЗ там приданул как следует. Какие дела? Ну так смена воздуха, понимаешь? Смена? Смена разного воздуха. Как бы так. Та-дам! Мы наконец-то доехали. Я думала уже искать пакетики, куда мне, короче, хотел сказать, опорожнить. Короче, куда мне было бы легче. Ты моя невероятная. Да, помнишь дом? Да. Одевай шляпу свою. Приехали домой. Лай не был здесь буквально, наверное, 3 месяца, если не больше. Он все игрушки смотрит и говорит, что это, что это? Как будто забыл. Что это? Мотоцикл только что сказал. Мотоцикл, да. О, самолет! Самолет? Ой, там, по-моему, пришла наша помощница. Сегодня день, на самом деле, очень-очень тяжелый. У меня давление поднялось, хотя оно у меня всегда, ну, как бы опускается ниже. В этот раз очень сильно поднялось, меня подташнивало. Свекровь сразу говорит, что я беременная. Я говорю, нет, не должно быть. Вот. Я сходила, купила себе Малокс, это от тошноты, и купила себе измеритель давления. Думаю, ну все, старость пришла. Еще выпила валокардинчику, потому что прям, ну, кстати, сейчас стало намного лучше, чем было.
Вот. Сейчас вам покажу, что делают ребята наши. Дома хорошо. Очень даже. Ой. Это голозопик. Бабушка сидит. Снимай, бабушка сидит. Это, пожалуйста. Да, Мик это вырежет. Да мне больше дает, не могу. У тебя у Лёши сильно волосы вились. Давай его назад. Мы все в шоке. Тео уже дует в дудку. Тео! Молодец! Дуй, дуй. Зажал дырку, она не дуется. Иди сюда, иди скорей. Дырочку надо откнуть. Тео, сейчас подскользнешься. Алис, убери пусть будет. Дуй. И все. Фиг вам. Балдеть. Тео, убери пальчик. А где он зажал-то? Ну вот, наверху дырочка. Еще не дай рот-то туда шатнется. Иди сюда, садись, давай. Молодец, концерт бесплатно. Нравится тебе, да? Элай поздно начал на ней играть. Мик приехал и меня немножко отругал. Ну как отругал? Приехал без настроения. То, что я ему не дала поработать. А я, ну как бы, у меня сегодня была помощница, потом мама приехала после помощницы. И я Мику сказала, приезжай поскорее, ну как бы, как сможешь. Я говорю, мне плохо, у меня давление, меня тошнит, приезжай. Он приехал и накричал, я на него обиделась. Сейчас не буду разговаривать, потому что ибо нечего на меня наезжать. Я тоже не железная, и ладно, когда тебя нету, и я просто с детьми, окей, но когда я болею, он говорит, вот у тебя было столько нянь, но мне на самом деле, мне некомфортно, когда моя свекровь сидит рядом, ну, с детьми, ну, как бы мне комфортно, но просто мы с ней договорились, что она до 7 часов будет, потом Мик приедет, что я, ну, как бы... Короче, мне комфортнее, когда мой муж рядом, и как бы я себя хоть облегченно чувствую, когда свекровь рядом, я себя сжато чувствую, потому что она тоже переживает за детей, за меня, и я ее энергетику, вот эту вот переживание, что она прям там вся, ну как бы, короче, я это все чувствую. Вот, поэтому мне лучше, когда мой муж рядом. И, короче, сейчас не буду с ним разговаривать, потому что нечего на меня наезжать, тем более, когда я болею. Квартира тебе нравится здесь? Да, нравится? Или на даче лучше? На даче лучше? Угу. Почему лучше на даче? Тебе что, огурчик достался? Пить. Пить? Ты хочешь пить? Да. Да. Что? Ну давай, давай. Что? Спасибо. Что давать-то тебе? Ничего. На, зайчик. Вот, ты хотел пить? Спасибо. И ты хочешь пить? Сейчас он... Того кушать надо хотеть. У тебя такая мордашка, я не могу. Тео так танцует под музыку. Тео, танцуй. Танцы, Тео. Тео, смотри, Тео. Тео. Танцор кружливый. Тео, что мама будет сейчас делать? Тео. Короче, мы с Миком поговорили, я ему высказала свою, ну, позицию.
он мне тоже сказал, конечно, что он хочет работать. Мне без, ну, как бы вообще без проблем работы. Но вот именно сегодня такой день, когда нужно было приехать раньше. Я загрузила машинку посудомоечную, прям балдела. Ой, что не надо посуду много мыть, потому что скопилось очень много посуды. Вот, теперь у меня будет посуда моя стираться сама. Это кайф, когда у тебя есть посудомоечная машина. Девочки, у кого есть, меня поймут. Мик пошел мыть детей, и, судя по всему, он сильно нервничает, потому что дети просто из-под контроля. Ходит? Да. Тео, ходить в воде не надо. Садись и туси. Довольный, как слон. Тео переоделся. Кстати, это костюмчик еще для Элла покупала, по-моему. Вот, да, так он потом может подскользнуться. Пупсик, ну давай, поднимай расческу, иди. И теплый. Он уже ему как раз.